Сегодня страна должна отмечать День памяти. День памяти и скорби по тем, кто погиб в 1986 году и в 2011 году в Жануазене. Этот день не может быть днем праздника независимости, потому что если мы сейчас не сделаем выводы, то эти истории могут повторяться и с нами, и с нашими детьми. В нашей стране нет свободы слова. В нашей стране нет демократии. У нас тюрьмы заполнены политическими заключенными. Незаконно задержаны люди за то, что хотят выйти 16 декабря. Находятся в Астане, в Усть-Каменогорске, в Алмате. Я поддерживаю, их поддерживаю, требую свободы всем политическим заключенным. Если мы сейчас не будем думать о будущем, если мы сейчас не будем бороться за демократию, мы потеряем свою страну, мы потеряем свою родину.